Достроят или не достроят? Этот вопрос не дает покоя владельцам квадратных метров в 4 недостроенных многоэтажках на территории нашей области. Дольщики дома по адресу Зверева, 22 в Иванове, в их числе. Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры, объекты компаний-застройщиков «Верамарк» и «Ивстройинвест» не войдут в программу по достройке объектов СУ-155. Правительство будет искать альтернативные варианты финансирования, чтобы завершить строительство. В случае с домом на Зверева 2 секции из 3 подрядчик обязуется сдать в эксплуатацию в сентябре этого года, хотя раньше назывались другие, более короткие сроки. Понятно, что есть сомнения, что застройщик уже неоднократно нарушал, но давайте будем контролировать, для того мы делаем выходы, общаемся с застройщиком, чтобы из первых уст узнавать, какая реальная картина, какие у нее есть сложности. В последний раз, когда мы ходили, он озвучил сложности, я попытался ему там помочь в решении некоторых вопросов. Я вижу, что движение есть, в том числе по подключению к электроснабжению, к системе электроснабжения. Поэтому будем ему где-то помогать, где-то требовать, где-то контролировать.